Технология блокчейн становится все более востребованной в области защиты данных. 14 европейских страховых компаний совместно с компаниями Stratum и Deloitte провели успешное тестирование блокчейн-проекта. Он направлен на создание простой системы страхования и потребительского кредитования, учитывающей требования законодательства Евросоюза. Она также будет проводить обработку данных потребителей в соответствии с нормами общего регламента по защите данных Европейского Союза. Совладелец и генеральный директор Stratum Ричард Кайтано сказал: «Мы убеждены, что эта технология в сочетании с инновационными методами криптографии поможет упростить рабочие процессы в интересах всех вовлеченных сторон».